Привет, меня зовут Олег Шаронов и сегодня я расскажу вам о цветокоррекции коррекции по числам с помощью кривых в программе 3D Loot Creator. Мы будем рассматривать обычные RGB кривые, которые воздействуют на изображение точно так же, как кривые в Photoshop или любой другой программе. Единственное отличие от Photoshop это то, как мы будем редактировать точки на этих кривых. Перед тем, как мы начнем, я напомню, что RGB кривые действуют сразу на все изображение. Поэтому нужно четко понимать, что возможно исправить кривыми, а что нет. RGB кривыми хорошо исправляются ошибки в балансе белого, засветки, как, например, на этой фотографии. И также ими хорошо изменять контраст. Такие же вещи, как несколько цветовых температур в одном кадре, рефлексы покраснения на коже получится исправить, только локально прорисовав маску. Без масок просто RGB кривыми это исправлять бесполезно. Теперь посмотрим на фотографию. Здесь из-за засветки получился довольно зеленоватый цвет кожи. Чтобы контролировать его по числам, я добавлю в палитру три точки. Делается это кликом по картинке с нажатыми клавишами Alt-Shift. Я добавлю цвет из самой светлой области кожи, из средних тонов и из теневой части. Цвет нужно брать с той области, где у вас не присутствует посторонних оттенков. То есть, например, не стоит брать цвет со щеки, так как здесь присутствует румяна, и оттенок цвета будет другим. Теперь я посмотрю на эти цвета в палитре и вижу, что это совсем не похоже на палитру цветов кожи. Я переключу отображение чисел цвета в режим HSV. И в основном меня здесь будет интересовать параметр Hue, то есть угол цвета. В пространстве HSV цвет задается углом в цветовом круге, насыщенностью и яркостью. Нулевому углу соответствует красный цвет, 60 градусам желтый, 120 зеленый и так далее. Чаще всего кожа человека находится в диапазоне Hue от 20 до 28 градусов. Но здесь у нас Hue 50, что означает, что она довольно зеленая. Я могу попытаться крутить кривые вручную, как я это делал раньше, но теперь есть способ лучше. Если я включу инструмент изменения кривых по картинке, то я могу выбрать режим, в котором я буду изменять эти кривые. То есть одним нажатием на изображение я могу ставить точку на всех трех RGB кривых, чтобы выбранный цвет получил некоторую характеристику. Например, я могу изменять яркость, не изменяя цвета, изменять насыщенность изменять оттенок цвета, не изменяя яркости и насыщенности. Давайте начнем с насыщенности. Я буду нажимать не на фотографию, а на палитру, для того, чтобы работать с одними и теми же цветами. Итак, я нажимаю на палитру и веду вверх. В результате насыщенность цвета повышается, но при этом Hue остается тем же самым. Повышу насыщенности остальных цветов. Как мы видим, на каждой кривой появилось по три точки, которые изменяют эти цвета таким образом, чтобы повысить их насыщенность. RGB кривые влияют на все изображение сразу, так что нет смысла пытаться корректировать сразу несколько различных цветов одновременно. То есть, если сейчас моя цель цвет кожи, то нет смысла пытаться контролировать цвет черной кофты. После того, как я получу нужный мне цвет кожи, я посмотрю, как выглядит все остальное, и если оно удовлетворит то я оставлю все как есть, или же если оно будет неудовлетворительное, то мне придется нарисовать маску по цвету кожи и править остальное уже другими инструментами. Итак, я увеличил насыщенность, но hue у нас осталось прежнее, 50, то есть цвет все еще зеленый. Поэтому теперь я буду изменять hue. Выбираю hue в инструментах и также нажимаю на палитру. Неважно, на какую из плашек нажимать, они действуют одинаково. Движение мышью вниз вращает цвет в сторону зеленого, движение вверх вращает цвет в сторону красного. Вот пусть будет значение 26. Теперь повторю то же самое для средних тонов. И то же самое для теней. Тени в человеческой коже часто более красные, так как обычно в тени попадает свет уже отраженный от кожи. И таким образом получаются более красные рефлексы. Поэтому я здесь поставлю не 20, а, например, 14. Вот такие кривые у нас построились. Посмотрим, как было и что получилось. Теперь цвет кожи по числам у нас удовлетворительный, но не хватает контраста. Я переключу в редактирование яркости. И так как цвета у нас и так достаточно светлые, буду понижать тени. Изменение яркости происходит опять же без воздействия на цвет. Теперь понижу средние тона и попробую сделать светлее цвета. Теперь можно попытаться добавить насыщенности в цвета, так как они выглядят довольно бледными. И еще немного исправить фью. Вот такой у нас получился результат. Вот до, вот после. Работать с такими инструментами мне гораздо проще, потому что в каждый конкретный момент я занимаюсь или цветом, или яркостью. А не приходится перетаскивать каждую точку на каждой кривой по очереди, пытаясь балансировать между нужным мне оттенком и получающимся контрастом. Теперь попробуем на еще одной фотографии. опять есть какое-то ощущение неправильности цвета кожи, которое я попробую выровнять по числам. Добавляю три точки, нажав Alt Shift в самом светлом месте кожи, в средних тонах кожи и в тенях. Не стоит брать вот это место, так как здесь у нас присутствует красный рефлекс от одежды. Поэтому я возьму где-нибудь вот здесь. Переключаю просмотр в режим HSV. И вижу, что оттенок у нас 30 и больше, что означает смещение в сторону зеленого. Исправлю это, используя инструмент Hue. Например, сделаю Hue 27. Здесь 23. И здесь пусть будет 18. То есть, опять же, в тенях у нас кожа имеет более красный оттенок, то есть ее меньше 20. А в среднем диапазоне от 20 до 28. Сравним с тем, что было. Вот что было до. И вот результат коррекции. В средних тонах у нас довольно большая насыщенность, поэтому попробуем ослабить ее. Вот до и вот после. Ну и теперь можем попробовать поработать с яркостью. Возможно, это тоже пойдет на пользу этой фотографии. Попробую повысить яркость хайлайтов. Средних тонов. И посмотрим, что будет, если затемнить тени. Больше контраста здесь, думаю, делать не нужно. Еще раз «до» и «после». Как видите, выглядит стало намного натуральнее. И так как вы видите, построение кривых с помощью вот таких вот инструментов довольно сильно упрощает получение нужных цветов по числам. И вряд ли сам бы я построил кривые вот такой вот формы, как у нас получились здесь. Но все-таки не нужно забывать, что это обычные кривые. И если вы взяли какие-либо два цвета, которые на одной из кривых оказались очень близко, то лучше вам выбрать другие цвета, потому что две точки, лежащие рядом на кривых, могут давать очень сильные всплески. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Хороших вам фотографий. Пока.